Всем здорово. Здорово всем, слышно? Слава, пойду чай сделаю. Ну, если хилы нормальные, я могу с хулипала от упала спрыгнуться. Дух стаи. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Хан, тут. Ваня, стави, Ваня. В следующую резку ни одного паладина не будет. Боди. Зачем ты забрал? Я пока не могу использовать эту способность.
Да вон, один моб остался, сейчас возьмем. Звук спал. Звук спал. Ясно, короче. Корняк стоит. Ладно, я шо, показать. Забери там Среда крипа. Чешо. А кто сказал? Шанан, что ли? Гондон уже когда связан. Залетит один из крестов гимна ману, шаману по темпу поставить этот ман. Как метка прокнет, подожди. Да, филипец. Филипец, да, гимна ману, шаману по темпу поставить. Если хочешь кем-то другим пойти, то левая быстрее, как когда не принял. И про ту сезонство. Сэдли. Это Сэдли. Следующий крест потанчит. Блять, на ком кресте? Кого Дасю? Заебись, красавец. Короче, Ваня, слышишь? 5000 минут мута получил сегодня. Каким макаром? Ну тебя забанят, скорее всего. Опа. За что ты блядь? Она мне дала 300 минут мата. О, пля. Пля, типа мат. Я говорю, я зашел в волчат, пишу, типа, блядь, типа, ну, типа, 300 минут дала, типа, шкура тупая. Без тупой, я ее тупой не называл, просто шкурой. И она мне 5000 за шкуру, типа. Шкура. Шкура — это же не оскорбление. На самом деле нихуя не оскорбление, можно было пожаловаться. Так у меня нету скринов, чё я пожалуюсь? Так они тебе должны скрины предоставить, блядь, твое нарушение. Бивжи все есть. Так, куда мне написать надо?
Центр поддержки, help там. Зайди там, посмотри. А там регистрироваться надо. А ты можешь Кирилл написать? Скиньте в РК ссылку на этот help. Того из паладинов раздал каску. Так, а я что, протопали, что иду? А как я, у меня в холле пали может прокнуть ревность? Кулак раздайте. Скажи, когда прожаться там перед второй. Я просто нету диплома. А меня забанят. Какой аккаунт, слышишь? Или по IP меня забанят? Два осколка осталось, мне нельзя бан. Я даже. Двое сильнее страдания. Ну что, когда у тебя персов на этом акише забанили? Нихера себе, Барвали, играть начал, что ли? Ты когда старичок? Старичище. Ну да. Двое сильнее страдания. Здесь произошли страшные события. Так, там я хелп поставил. Ну да, чтоб быстрее. До сих пор оно не подвергалось такому. Он прицел зарегистрирован был, это моя почта. Я же писал жалобу, когда мне бан дали на 108 дней. Запомни даже эту шутку, то что тренинг писали. Паладины, бейте, пожалуйста, джагой мудрости, блядь. Синенькая такая. Ну-ка, объясни, зачем? Подожди, объясни, зачем? Сейчас сорву. Клевепал сказал? Да. Правосудие. Клевепал тогда и я сказал. А на пульте сейчас у меня правых мобов, которые справа у меня. Здесь бивают.
Приспекусь обратно. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Стой, 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 стой. Ты будешь там? Давай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Да ёпт! Да нормально. Так я в гере так не делаю. Какой именно? Хороший сериал. Ну, можно и субтитры только. Ходите, если посмеете. Да не знаю, надо глянуть. Вроде где-то озвучку я видел, это же в озвучке. Там была где-то озвучка. Не, еще не. Да не, я там же второй сезон озвучил. Сломали РС-ку, одно лезвие только. Добавил 50, готовься, положи. Прожимки еще не подходятся, блядь. Стерегайтесь теней. Я пока не могу использовать свою способность. Надо подождать. Спальте там. Я не вижу, где он. Да вот, бегу, бегу. Свет не бейте. Пойду туда послушаю. Что, Ваня, интер зашел у тебя? Да вроде. Я
Накиньте ссылку на этот стел. Слава, накинешь ей пойм, надо отъехать, блядь. Я все, чтоб не кикнуло просто. Хочешь на Новгород? Ну, на НХ это прикбис. Петербург. На тачке прокатиться. Что? Кинь ссылочку на этот и хелп, я оформлю жалобу хоть. Если я в хелпе ее ебанашкой отзову, меня точно забанят? На Алининой девятке? На малиновой. На малиновой девятке кодексы за тобой выйдут. Кодекс, блядь, я ему ебал, сама я представитель, нахуй. Не начисляю, на другую РС-ку зашел уже. На ДК начисляй там. Киньте ссылку-то, я не могу найти этот скелп, куда жаловаться? Сейчас найдем. Вот, у меня на форуме тема help на этом. А в личном кабинете надо, да? Жаловаться. Вот это вот, наверное, центр поддержки вагон третий. А как я мне зайти? Просто скопировать вот это? Ну да, тот вагон 3 скопируй. И потом мне опять голду все снимут с чаров, да? Ну, не знаю. Тут если забыл не пароль, то никак. Да, вот. Что, я зайду тоже потом тем-то, кто она будет. Не могу пригласить члена другой группы. Сегодня зарегался на сайте дошарак.ру. Слышишь? Не могу пригласить члена другой группы. Ты мне скажи, кто нужен будет, тем зайду, в принципе, у меня как бы это без разницы. Все есть, вот, кроме вот, блять, АДК, вот, я сделал недавно. Есть, 5К. Я вот только начал одевать.
А Лерой это кто? Слышь, спекни потом этого приста в ШП. Мы два хила там за хилим. Слав, там скинул тебе ссылки. Одна на Рутреке, вторая на Дорама ТВ. А я чё, буду в этом, в свету с шаманом? У сюрприза нету. Это мой чар. Ну, если все плохо будет, зайду на нормально. А без это, без регистрации никак не пожаловаться? Вы есть людей в гильдии, добирайте. Можете сразу нормальную заметку писать? Да зачем пуги? Мы что, так не справимся своими силами? Четвертый по телу. Есть, он бафьер. Кукувайся, соло свет не выкинет. А ты соло свет выкинет? Да, я могу соло постоять, мне пофигу. Так, а как теперь тут заявку подать? Так, вот я... Твои кореша. А вот как же заявку-то создать? Обжаловать где? Вот я зашел, у меня же заявки, мои поиски, ничего, база знаний, мы ВКонтакте, блядь, сапа. Как это работает, я понять не могу. Я хочу пожаловаться на мразь одну. Вашему запросу не соответствует ни одна запись. Ты чего, это начал уже слов-чата доверять? Угу. Так, ребятки, а нонсетовская шмотка на ДК какая идет? На кого? На руки вроде. А, на ДК штаны. На танка штаны идут. Не, не на танка, на ДД. На анхоле. Да, спасибо. Он вроде бы полностью фулсет носит.
А как вы заявку-то создать на этой жалобе? Я вообще не вдупляю. Вот. Я в личный кабинет зашел в этом, на сайте Help. И что дальше? У меня есть открытые заявки. Их нету, потому что это было год назад или сколько там. Как создать заявку новую? Кто шарит? Я не знаю. Закрытый есть. Мут 1000 минут. Бана 240, прицел. Как новую создать? Я сейчас ёбну этих, блядь, уёбков. Как новую создать? Я уже залетаю. Гемак, принеси, что-то обижаешь-то, я прилетел ее сам. Ваня, власть ключи, погнали. Власть помини. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Ваня ушел. За вторым бойцами. За второй тройкой игроков крутите барабан, Леонид. Ты так пробовал? Нет, есть рядом. У вас всех он лагает? По жизни пробовал, не отвлекается. Мы когда накурились, я Санёк сидит и говорит, бля, я пью чай со вкусом. Он говорит, зубной паст. Мятный чай пьет. Эрл Грей. Саша Грей? Какой? У нас таких нету. Мы за тобой замечали свои такие наклонности. Славик любит женское молоко. Забирайте. Ну да. И вот они меня послали обжалование наказания, я не нахуй могу найти, как там обжаловать, я вот это не понимаю. За что тебе дали? За шкуру. А ну блин. Что-то тебе там... Там этим занимаетесь, жена кодекса, она тебя не разбанит, я тебе могу сразу сказать. 5000 минут за шкуру, ебать, это много. Она даже... Она мне это даже на клыка не взяла, блядь, на 5000 минут, блядь, проститутка полторы стоит. У нас тут вроде танк сдох. Ты здесь, вставай. Я поднял того. Ты же историю какую-то рассказал. Что знал, что он упадет? Я думал, Вася там хилит, а он, оказывается, нихуя не хилит. Но я ему ход и все дал. А что, соло хилит? А, ну они уже, видимо, только начали. Так, что, мы врываемся или вы подохнете сейчас? Куда, бьем? Гир, давайте, бьем. Какую игру, тут один трэш? Ну ничего страшного, откдэшится. Кому ты написал это, слышишь, Вертел? Какая-то природная или вагинальная какая-то такая. Нам не дала мут сначала 300 минут на прицела или 5. Я зашел. Я там общался с Игорем в Волчате.
Я говорю, блин, типа, шкура это дала мут на 300 минут. Но это оскорбление администрации, там уже отдельно считаешь, что история. Если ты игроку обычному солдат, там 300, а когда ты насчет администрации, там дается, по-моему, 5 тысяч. Какой это администрация, она шкура, блядь, только муты можно давать, все. Ну вот, но обжаловать это не будет. У прицела спиздили 22 тысячи голды, я прошу логи посмотреть, это ничего трудного, 5 минут времени. Эти уёбки, мы не можем. Что это за админы, которые не могут логи посмотреть, ебать? Ты знаешь, ебать, как этот, нахуй? К старшине приходишь, а он говорит, бля, я не знаю, есть у меня это или нет. Он должен знать все, нахуй. Но я тебе сказал, что тебя не разбанят. Эмоции тебя не снимут. Да сколько это, 5000 минут? Сколько там, 4 дня? 3 с копейками. 3 дня, 15 часов. По-моему. Осталось 3 дня и 7 часов. Лучше не пиши, это тебе бан на 10 тысяч часов тут после этого обращения. Его просто там заблокируют и все. Теперь меня заблокируют. Так, понимаешь, эта мразь потом мне не пояснила. Я зашел на третьего персонажа. Я говорю, а слышишь, ты... тебе будут пояснять, блядь, детский сад. Ничего пояснять. Они просто тупые, там скорее всего логи могут посмотреть 1-2 человека. Я думаю, это разработчик может посмотреть. Это у тебя зло взял. Еще кто-то. Слышь? Тебя зло взял, колды. Что ты не идешь к нему? Просто эти все админы, которые чат модерируют, они тупые, они кроме мутов ничего делать не умеют. А этому разработчику на этот, ну, он не будет этим заниматься. Откуда у злого мой аккаунт, скажи ко мне на милость? Не знаю. Сказали, что зло взял голду. Где сказал такое? Я не помню, где-то услышал. Я же спрошу, нахуй. Ты можешь спросить. Но это не точно, может он не взял, я ж не знаю. Знаешь, как там выставлю злой, типа, расскажу, что нам тебя сдал с потрохами, типа. Нет. Где интеллект? Не могу интеллект толкнуть. Если я сейчас начну шкуру волчать, мне дадут мут? Если так чисто, то да, могу дать. Только они уже не на 5000, а на 300. Если напишешь, что админ мне шкуру дал, тогда тебе больше дадут. Если напишу природная шкура. Если это игрок, то 300 минут будет. Кто-нибудь завалил его. Напишу, слышь, гильчат, шкура и типа природная шкура. Он там прицел скинул. Иди нахуй, я по ссылкам не перехожу. Потому что меня взломали уже, где спиздили голду и бить нахуй. Ты что, купился там на что-то? Типа халявный аккаунт и голда? Нет, просто может кто-то видео скинул тебе посмотреть уже в своем компе. Пароли нахуй меня. Твоему ведь его вводить бесполезно. Я вчера с твоими последователями ходил на лича. Ой, меня кикнули, правда, туда. Я вообще, честно говоря, еще ни одного мулька даже не видал, вообще ни одного. Единственное, что я посмотрел, это когда я релил еще 25 схем, улетел на ловушке, я хотел тогда. Такая это.
Нет, чё она отдыхает? Она знает, что я захилисал. Тут я в хиле. О, слышишь? Вы выбрали гамбо, чтобы пройти опрос. Я им сейчас петушам все единички поставлю. Приехал. Не достаю. Слишком далеко. Болтар не оставляет живых. Это что, про прицел пизди, так же скажем нахуй. Чтоб прицел тупой, блядь. Так Оптимус молчал вообще по этому поводу. Он писал нахуй. Ну лучше б мне пожизненно дали, бутбан говорить, пожизненно нахуй. Да ты тупой. Бэйра тишина. Мне хватит. Сильнее страдания. В мире хватает героев, и без тебя. Там. Эрдро не вытащил. Магнит. Болтар не оставляет живых. В мире хватает героев и без тебя. В мире хватает героев и без тебя. Я им все единички отправил. Они еще представляются близзардами. Охуели. Какие близзарды они? Тут близзард даже и не пахнет, ёп. Пахнет вот этой, блядь, селедкой, блядь, такой, знаешь, настоявшейся. Которая муты утром раздает, 9 утра людям муты раздает, блядь, когда в волчате 50 человек, нахуй, онлайн. Он просто плохо прожимает. Короче, слышишь, Славик, у меня душ сломался на работе. Я как вышел из этой ситуации. Набрал 2 5-литровых канистры, блядь, с теплой горячей водой, нахуй. И вышел на улицу и обгубенил себя, ебать. Там бубенчика у меня. Водой, нахуй, все, блядь. Летний душ называется. Да. 13 градусов где-то, 12 нас. Чё, собрались? Погнали. Мак, МК, ты мне кинешь сюда, нет? Я жду МК, ебать. Повесьте танкам щит земли.
всегда перебивает. Вдвое сильнее страдания. Я пока не могу прочитать. Бал в мире хватает героев и без тебя. Трясите тренахи быстрее, он волной хилит нормально. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Вдвое сильнее страдания. Эстон, почему бы и нет? Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я уже давай бежать с этого садлихиль. Ох, какой сильный сел. То картина не получится потом. Остается кто-нибудь. Остается кто-нибудь. Здесь произошли страшные события. Считалось неприступным, но до сих пор. Сейчас добавляет у нас плохо-то. Черные драконы явились из ниоткуда. Типа ебать, ты не так много ДПС даешь. Силы были неравны. Ну блять, на плече ты вот этот того сосал совет, который Дарт Бейна нахуй шестит. Рух есть нахуй, пошел в жопу. Убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано... Блять, интеллект, нахуй, держи, блядь. В самом начале... У меня копия. Я ощутил присутствие их настоящего лидера. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел. Я там первый собрался, блин. Давай, Войд, жми. На ты рак. Сдопад надо меньше прожимать. Стареет парень. О, видишь, Славика подосрался. Я трэш стрит. Концерт должен, да? Давай, Славик, мне, кстати, сняли голду с меня 22 тысячи. Блин, дайте голду на починку. Стой, дай мне голды на починку. Так ты сам сказал, подбирайся, во. И на маму-то кто-нибудь сядь. Дайте лучше рыбы, а.
Пожрать, пожрать дай. Дайте поесть. Да идите нахуй, чекай да погнали. Идите сам нахуй, дайте поесть. Я тебе потом плаваю привык. Ты и так залагаешь, что сбираешь. Гере критично? Под боссом долго стоять будет? Стоит вообще. Вы найдете лишь страдания. Уходите, если посмеете. Хелдик и играю в пати. Мне запомнилась Триси эта фраза. Типа надо, чтобы у прицела залагал интернет, чтобы он это тянет. Конечно. Беги, малышка, беги! Все, давай, слишком готовьтесь. Бать, портал прибегал. Новое зрение, блядь, чего это надо есть, блядь. Во тьме Геру дайте. Лерахи, дай рост. Да. Том, походу, не врка. Что там, поэтому зайти можно? Можно. Помани сел. Давайте, бейте, БДС вместе. Выключите кнопку нахуй. У кого там кнопка? Выключу. Какой Вася, да? Айзит, доказывай. Блять, опять нахуй, говно. Оп! Доминика. Ставлю портал. Я же Геры выбил, слышишь, этому? Да он не писал нихера. Или он кто? А, он ДД, ну тогда норм.
Да, на сокет. Всем спасибо, всем пока. Ссылка 25. Чё, Славик, прыгнул к порталам? Как будто что я зашел. Моя фраза на меня она не работает. Это пицца, блин. Варом был. И один раз ГП. Во всех спектрах. Ты кидал его? Ты меня не поднимешь, я снотку вешу. Ты послышишь? В ЦЛК 25, куда послед курсовать кому? Я хочу им единички поставить. Два сколько дашь мне файл? Файл. Два сколько.